Ночной канал Grad Review. Это великий обзор, да ты что? И обзор на фильмы. Поехали. Бойся своих желаний. Бугага. Страшно, правда? Еще бы. Этот фильм мне напомнил... Был такой... довольно-таки неплохой, трешовый, правда, но можно было смотреть. Фильм такой «Исполнитель желаний», он был в 97-м году, там было несколько частей, в 98-м, 2001-м, и все, на этом стопорнулись. Потом «Шкатулка желаний», тоже какой-то фильм. В общем, много-много пародий на этот фильм. И сами фильмы пародируют себя, в общем, аналогичные. В общем, фильм трешовый. Фильм подойдет для просмотра подросткового возраста. Школьники... Да, может быть, для них что-то будет интересно. Но фильм дичь. Не редкостная, а одно и то же. Пустой фильм. Есть шкатулка, есть желание. Это уже было, это неинтересно вообще. Но тем не менее... Что надо загадать? Что всем хочется? Быть крутой, быть крутым, ну, если брать героиню, да, быть счастливой, а потом в итоге всем будет жопа, все начнут умирать. Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку, которую он нашел на мусорке, а ее отец бомж. Не, стоп, отец работает просто... мусоровоза. Окей. К ее удивлению, оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Бу-га-га. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желание исполняется, но не совсем так, как задумывала Клэр. Как же он смотрится убого. Если поначалу думаешь, блин, ну окей, есть шкатулка. Желание. Есть неудачница, девочка, которая... Ребята. Ну, то для кого фильм? Зачем его пускать в прокат? Пускай он остается в обычном формате. Так вот. И с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен? И что за древнее зло скрывается в ней? В общем, фильм трэш. Дичь, фильм... проходняк дичайший, не советую смотреть. Есть такой китайский или японский «Тетрадь смерти». Лучше, вот лучше его посмотреть, желательно почитайте, есть и... вроде книги какие-то на эту тематику. В общем, но это говно лучше не смотреть. Вот «Тетрадь смерти» обязательно к просмотру. Оценка тому шедевру 4 балла. Лайк, дизлайк, подписка.